Здравствуйте, наши подписчики, здравствуйте, наши покупатели. Вашему вниманию опять-таки новинка из зимней коллекции Куги. Мы сегодня делали его немножко на зиму, да, то, что осталось немножко совсем для нас, во всяком случае, зимы, а для вас это только начало. Очень интересная модель, принтованный замш, я же говорила уже, очень красивая, кстати, на ноге хорошо смотрится и не актуальны. 6800 они стоят, 36 по 40 размер. Эти модели в 5 расцветках. Смотрите, голубой очень красиво смотрится. Модель шикарная прямо на ножке. Девочки, еще один какой-то момент вам хочу сказать, что иногда вот наши покупатели приходят и говорят, что немножко пятка выпадает. Вы должны понимать, что при овчине, когда вы обуваете сразу, пяточка немножко начинает выпадать. Потом овчина немножко осядет, и пятка не выпадает. Поэтому немножко не пугайтесь. Если оно большое, так оно большое. А если это ваш размер, чуть-чуточку пятку будет подпирать немножко овчина. Ну, это кто носил овчину, тот знает уже, что она немножко выдвигает такую ножку вперед, а потом все хорошо будет. Смотрите, тем более овчина не стриженная. Очень классные модели. Можно и вот так вот повернуть. И можно повыше сделать. Модели шикарные, правда? Обратите внимание, 6800 с 36 по 40 размер. И еще две модели интересные. Они как тапочки, тоже внутри овчина. Очень плотная, толстая овчина. 6800 стоят с 36 по 40 и размеры полномерные. В черном, ну, я не могу сказать, такой легкий-легкий, как абрикос, персик, да, совсем такой нежный цвет. Хочу показать вам новиночку, видите, кроссовочки. Внутри шерсть, плотная, кстати, очень шерсть. Это барашек, замши кожа. Модель не скользит, ничего. Прям очень удобная, устойчивая. Может быть, на пол размера будет маломерить. 6500 стоит с 36 по 40. Я просто советую, когда я говорю немножко маломерить, измеряйте, пожалуйста, стелечку и отправляйте полный, ну, свой размер. И тогда мы с уверенностью скажем. Так что обратите внимание на эти модели. Приходите, мы будем рады вас видеть.